впереди все самое интересное. Взял с собой на работу мою супругу Екатерину. Привет. Заказов на сегодня нет. Работы на сегодня нет. На понедельник тишина. Чебуречек, плов и сели под шубой. Это просто какой-то капец. Столько казино я не видел ни разу в жизни. Проиграли все деньги, которые были. Всем привет! Сегодня воскресенье, но для хэндимена не существует выходных. Точнее, они существуют тогда, когда он сам этого захочет. Но сегодня с утра мне написал клиент постоянный, попросил собрать ему кровать и прикроватную тумбочку. Естественно, я не мог отказаться и не заработать денег в такой чудесный день. Я решил совместить полезное с приятным, и поэтому взял с собой на работу мою супругу Екатерину. Привет! Так как заказчик находится в 40 минутах езды от моего дома, я решил не тратить время понапрасну. Сейчас, надеюсь, за час выполнить заказ, и мы пойдем гулять по чудесному городу. Там очень красивые места находятся, я для вас засниму, покажу, что мы сегодня увидим интересного. Сейчас едем на заказ, собираем быстренько кроватку и тумбочку, переодеваемся и идем гулять, наслаждаться погодой. Оставайтесь с нами, ведь впереди все самое интересное. Поднял уже коробки, что-то слишком, это, я полагаю, тумбочка. На эту кровать, но слишком маленькая коробка. Я не понимаю, почему такая маленькая. На кровать это очень не похоже. Это точно что-то не то. Либо это просто рама одна. Это просто рама с полками такого плана. Ну это изи вообще катка. Очень важно обращать внимание на символы. Не использовать. Кроватка готова. Важное письмо. Как это сразу приходило?
все готово. Время 3:27. Час 10 потрачено времени. Ну все готово. Все, сворачиваемся. Пока. Приехали мы, значит, смотреть на замки. Вот такие вот. Раньше здесь жили витязи, князья. Но, к сожалению, большому великому нашему сожалению, сегодня закрыто все. Нам сказали, нельзя заходить на территорию, сегодня она закрыта. Поэтому мы вынуждены ехать в другое, не менее прекрасное место. Как вы видите, я переоделся. Красиво здесь, но только вот закрыто. Заказов на сегодня нет, работы на сегодня нет, на понедельник тишина, потому что закончилась мой лимит на рекламу. Поэтому сегодня, завтра отдыхаю. Ну, если, конечно, постоянно клиенты не попросят что-то им сделать. У тех женщин. Две женщины живут там, где я сегодня собирал кровать, тумбочку. Там у них я посмотрел еще много чего нужно делать. У них лежат дверные ручки на столе. С Амазона там заказаны какие-то шторы, жалюзи, лампы, люстры. Не знаю, они сами это все устанавливают. Либо же они попросят меня, потом напишут, чтобы я приехал и поставил все это на место. Может, нет. Я им еще постелил сегодня матрас с бонусом. Все, они довольны. Сейчас пойдем заберем нашу потеряшку. Моя машина, мой дом. Ну что, ты готова ехать домой? Нет, давай куда-нибудь еще поедем. Поехали, прыгай тачку. Ездили мы, ездили и наткнулись на очень интересный магазин, где можно было купить вот что. Чебуречек, плов и сели под шубой. Ну и два чаевочка, конечно же. Все это вышло на $20, 50 центов. Подогрели. Сели здесь, как в сачах. Я будем пробовать. Пилов. Пилов. В моем сердце навсегда. Пилов. My love. Пробуем. Как называется торт? Наполеон. Пробуем местный Наполеон. По-любому будет такой же вкусный. Шуба, пилов. И пирожок. Просто amazing. Очень вкусный. Прям как дома. Хотел сказать, вкуснее, чем дома, задумался, но понял, что далеко не вкуснее, чем дома, но тоже вкусно, однозначно рекомендацион. Ну и как тебе Наполеон? Ну все понятно, я тоже не уважаю. $11, кстати, такой кусман. Вот мы приехали в одно из популярнейших мест, куда она здесь расположена. Это казино. Посмотрим сейчас, пустит нас туда или нет. Я намерен сегодня проиграть свои кровно заработанные денежки. Все подчистую. Надеюсь, не повезет. Это просто какой-то капец. Столько казино я не видел ни разу в жизни. Интересно, в Лас-Вегасе так же? Смотрите, как здесь прикольно. Чувствую неловко. Катя уже проигрывает все денежки. Просто жесть. Здесь просто можно играть бесконечно. Ниши наяриваешь, смотри. Как говорится, ни окон, ни дверей.
просто сидишь и наигрываешь. Прикольно. Сейчас мы где-нибудь заиграемся. Несколько казиношек. Пойдем три семерочки закинем. 25 центиков. Колесо фортуны. Если так вот можно снимать, нет? Здесь, короче, можно ставки нас сделать. На колесо удачи. Фишки можно. Интересно, здесь можно снимать? Нет вообще? Ну, ладно. И в основном, кто играет в казино, пенсионеры. Проигрывают здесь свою пенсию. А что им еще делать? Они приходят и кидают пятачок за пятачком, получается, скидывая все свои накопления в эти казинушки. Ну, это просто капец. Здесь можно делать ставки на спорт. Сидишь за баром, пьешь алкоголь и смотришь, выигрывает ли твоя ставочка. На любой спорт. Гольф, футбол, баскетбол. На что угодно можно ставить ставку и выигрывать. Просто народу куча. Вот это, конечно, вообще круто. Это как большой кинотеатр, где ты ставишь ставки на спорт и смотришь, следишь за своей игрой. Приятная атмосфера, смотрите, ребят. Вот целая куча телевизоров. На каком-то из них выведена твоя игра. Ты сидишь, наслаждаешься. Смотришь, следишь за своей любимой командой, за своим спортом. Бар, можешь взять пиво. Лечь в кресло, расслабиться, делать ставочки и выигрывать денежки. Только что по громкой связи на весь, на все казино объявили о том, что кто-то выиграл джекпот за каким-то аппаратом, кто-то сорвал куш. Его поздравили и сказали, что он выиграл джекпот. Вот так вот. А сейчас поиграем и мы. Так, что это надо делать? Отсюда невозможно выиграть. О-о-о. Ну, в общем, все. Наигрались мы сегодня в казино. Проиграли все деньги, которые были. Вначале я выиграл, короче, что-то около 1 200 000 долларов. Машину, яхту выиграл, дом. Потом начал все проигрывать. У меня был шанс отыграться, короче, и у меня был шанс отыграться, и я хотел еще больше выиграть, начал проигрывать, был шанс отыграться, я ставил, все, в итоге проиграл деньги все свои, проиграл свой шуруповерт, дрель проиграл, и молоток свой бевольтовский тоже поставил в конце, и его тоже, блин, проиграл. Потом меня, короче, Катя выхватила, чтобы я машину не стал ставить, я, короче, только инструменты проиграл. И решили мы уйти оттуда. В общем, ребята, казино — это такая вещь, но мы обязательно сюда еще раз вернемся.